И последнее. Не за горами День смеха. К 1 апреля новости нашего города проводят конкурс «Фотосмайл». Чтобы стать его участником, необходимо разместить в альбоме нашей официальной группы в «Одноклассниках» авторское фото. На снимках должен быть запечатлен любой курьез из жизни Ноябрьска. Это могут быть вывески с ошибками, нелепые рекламные объявления или просто смешные снимки горожан. А также фотокурьезы на тему строительства, ремонта дорог или ЖКХ. Причем победителя определите вы сами, участники группы в «Одноклассниках». Автор работы, набравший наибольшее количество оценок, получит специальный приз от издательского дома «Благовест». Фотографии необходимо размещать до 31 марта включительно. Подробнее об условиях конкурса читайте в нашей группе на сайте «Одноклассники». Пока же в лидерах фотография забавного малыша, которую вы сейчас видите на своих экранах.